Прекрасная музыка, замечательный день, и это значит, что универсальный формат в эфире. Здравствуйте, меня зовут Юлия Север. Как всегда, мы работаем в прямом эфире 202-11-22, телефон, по которому вы сможете с нами связаться и стать, собственно говоря, участником нашего эфира, задать свои вопросы, передать приветы, высказать свое мнение, поздравления. Все это, конечно же, ждем сегодня. 202-11-22. Что ж, ну, погода прекрасная, и наверняка по такой погоде хочется прогуляться, взявшись за руку за любимого человека. Но что же делать, если любимого человека нет? Вот как раз сегодня мы и выясним это в студии универсального формата. Один из вариантов найти свою любовь – это обратиться в брачное агентство. Стоит ли или нет, как раз сегодня будем выяснять у наших сегодняшних гостей. Знакомьтесь, приветствуйте. У нас сегодня брачное агентство для тебя в лице Ирины Есиповой, директора. Здравствуйте. Здравствуйте. Рядышком расположилась Юлия Сухомлинова, коуч-консультант брачного агентства для тебя. Нам расскажет, что такое, что же заключается в этом слове коуч-консультант. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Ну и Ольга Панченко, семейный консультант. Здравствуйте. Добрый день. Брачное агентство. Слушайте, но сейчас многие, ну, противоречивые мнения ходят. Как раз, я думаю, будем разрушать сегодня мифы, легенды какие-то, стереотипы, быть может. Об этом, обо всем поговорим. Конечно же, призываем наших телезрителей, чтобы включались в беседу. В любом случае, будет розыгрыш призов. Не забывайте об этом. 202-11-22. Напоминаю, телефон. Ну и теперь начинаем беседу с нашими гостями. Рассказывайте, как давно брачное агентство для тебя появилось в Самаре? Как давно начинает соединять сердца? Ну, вообще, институт брачного агентства в России существует довольно давно. С незапамятных времен, скажем так. И всегда это было иногда уделом каких-то тетушек, бабушек, вах таких специальных. Фильм вот недавно был «Женитьба Бальзаминова». Все видели, как это сваха работала. Но в наше время, конечно, это уже совершенно другое время. И брачное агентство – это что? Это люди, которые специально занимаются подбором пар, специально используя различные современные методики. Это и возможности интернета, это возможности специалистов, которые посоветуют, подскажут, как правильно выбрать пару, на что обратить внимание. Наше агентство создалось в 2006 году. Угу. Мы работаем уже почти 10 лет, 9 в этом году, вот в мае исполнится. И соединили уже достаточно много людей. К сожалению, мы за всеми парами уследить уже не можем. Как они живут? Первое время мы отслеживали, созванивались, люди сами приходили. Сейчас тоже пары, когда складываются, приходят к нам с благодарностью, с детьми. На свадьбу зовут? На свадьбу, вот на нашей памяти как бы говорили, что будут свадьбы, но только на одну пригласили. К сожалению, мы не смогли просто в силу некоторых обстоятельств пойти, да. Но зато потом эта пара пришла к нам со своим ребеночком. Уже 2 года девочке. Знаете, такой чудесный ребенок. Слушайте, просто... ну это, наверное, доказательство вообще ваших трудов. Это очень дорогого стоит. И когда люди звонят нам и говорят, что, девочки, все, мы определились, уберите нас из базы. Вы знаете, это такое чувство восторга, восхищения. Мне кажется, мы даже счастливее наших клиентов становимся. И просто прыгаем. Хорошо. От радости. Как настоящие купидоны, я так понимаю. Ну, перепрыгиваете, да, от радости. Хорошо. Но я так понимаю, то, что брачное агентство сейчас – это соединение нескольких услуг. То есть это не только вот как сваха, да, принято у нас считать. Что включает ваше брачное агентство? Какие услуги? Ну, во-первых, когда человек к нам приходит, мы приглашаем прийти сначала... Хоть по телефону и говорим краткую информацию, но лучше, если человек сам подойдет, и мы лично побеседуем. В разговоре человек открывается, сначала стесняется, существует какая-то зажатость, много мифов, опять же, у людей, комплексы определенные. И вот во время беседы мы помогаем человеку раскрыться, подсказать, озвучить ту проблему, хотя не всегда человек даже понимает, что он раскрыл именно ту проблему, которая мешает ему найти пару. И вот здесь уже включаются наши консультанты, специалисты, которые могут подсказать, что не так, что человек делает, почему у него попадаются определенного типа мужчины или женщины, почему в течение многие приходят с такими мифами или комплексами, что вот у меня отношения складываются где-то 2 года. Вот я живу, потом у меня разрушаются отношения,
и опять строятся, угу. через 2 года они опять рушатся. И человек настолько к этому привыкает, что сам уже подсознательно начинает искать в отношениях моменты, как бы угу. вот уже 2 года подходит, значит, наверное, пора уже расставаться. Где-то же должен быть кризис, да. где-то же должно быть не вот. Так что-то. И вот такие моменты мы улавливаем в разговоре и, конечно, рекомендуем человеку обратиться к нашим специалистам. Это вот Ольга, семейный консультант, которая... Ну, попозже расскажет о том, как она помогает людям. Угу. Это Юлия, тоже коуч. Мы проводим различные занятия для женщин. Где-то индивидуально беседуем, где-то групповые занятия проводим. Специалисты есть, и на основе карт Таро раскладывают человеку его жизненные позиции, возможности. Во-первых, просим человека обязательно сделать фотосессию хорошую. Угу. Если человек принес свои фотографии, это хорошо, замечательно. Но иногда, уже глядя на то, какие фотографии принес человек, понимаешь, как он к себе относится. Если принес вырезанную фотографию с ксерокопией паспорта, конечно, здесь сложно... Тут тоже советуете обратиться к фотографу. Сложно подобрать, да, такую. Угу. Хотя, вы знаете, вот совершенно невероятный случай... У нас мужчина стоял в базе да. несколько лет. Так получилось, что ну никак. Вот даем телефончики, смотрит, выбирает, уходит домой, через 2-3 дня перезванивает. Ирина, вы знаете, я подумал, нет, эта женщина не моя, я не буду ей звонить. И так 1 год прошел, но мы видим, что человек действительно искренне хочет найти, что-то его держит. 2-й год прошел. Такое, кстати, очень редко бывает в агентстве, чтобы человек вот за год, вот, и тем более 2 года, не мог найти пару. Но здесь вот, и он приходит в итоге и говорит, я пришел забрать анкету, я не найду никого. Нет, не сложится пара, видно, мне не судьба. В итоге приходит женщина вот с этой с вырезанной фотографией из ксерокопии паспорта. Они встречаются. И приглашают нас вот в мае месяце. Говорят, сейчас заканчиваем все свои дела. И, девчонки, мы очень рады будем видеть вас у себя вот на таком мини-торжественном обеде, mm-hmm. вот ужине. Не знаю, как это, какой формат получится. Мы вам очень благодарны. Говорит, получилось как такая... пуля в спину, угу. говорит, очень немножко такое выражение. Слушайте, ну судьбоносная такая судьбоносная, встреча. Судьбоносная, да, угу. потому что он пришел забирать фотографию, и я говорю, подождите, Владимир, подождите, подождите еще вот до лета хотя бы. Он говорит, хорошо, до лета подожду, а потом или продлю, или заберу анкету. И вот вдогонок вот такая вот история. И говорит, вы знаете, вы, наверное, этого не ожидали, вы, наверное, были удивлены. Я говорю, нет, не удивлены, а вот счастливы – это да. Хорошо. Что ж, ну, как я обещала, у нас сегодня будут розыгрыши призов, и я думаю, время первого как раз и наступило. У нас фото-вопрос, смотрим мы фотографию и отгадываем же, из какого фильма этот кадр. 202-11-22, вот сейчас как раз вы видите на своих экранах этот кинокадр. Разыгрываем билеты в кино, киномечта на любой сеанс, на двоих людей, на двоих влюбленных, быть может. 202-11-22, отгадывайте, из какого же фильма был этот кадр, и получаете свои билеты в кино. Что ж, ну я хочу обратиться к вам, дорогие коллеги. Юлия, рассказывайте, пожалуйста, с чем вы занимаетесь в брачном агентстве, что скрывается под термином коуч-консультант, и, ну, и чем вообще еще, быть может, продвигаете какие-то свои интересные дела? Спасибо за вопрос. Вы знаете, меня мои друзья, да, коллеги, знакомые называют креативный филолог. Угу. Да? То есть я вообще филолог. Кандидат филологических наук, и моя специализация – это символические системы. Моя диссертация была посвящена символическим системам, и вот так вот интересно это как бы развернулось, да, в моей профессиональной деятельности в дальнейшем. И что такое коуч? Коуч – это сейчас очень модное слово, но оно скрывает под собой очень простую формулировку. Это тренер. Угу. Это человек, который задает вопросы, умеет задавать вопросы так, что, отвечая на них, его собеседник отвечает себе на очень многие вопросы. Он для себя открывает новые горизонты, новые перспективы. И в своей работе, да, вот я сказала, символические системы, да, мы пользуемся метафорическими картами. Вот сейчас это у психологов очень модно, да, и эффективно. Использование метафорических карт. Вот карты Таро относятся к этим картам, да, от 0 до 21 аркана, в общем-то, это история. Угу. История, которая
не рассказано, а нарисовано в картинках, нарисовано. Но эти истории повторяются в любой сказке, в любом мифе, в любой легенде. Да? Это история одного человека, героя, путника. Он встал и пошел, да, как Емеля лежал на печи. Угу. Случились какие-то проблемы, неприятности, да, то есть возник какой-то вопрос или кризис, да, в котором чаще всего вот наши клиенты приходят, да, это любой кризис, кризис перемен, хороший кризис, да, там, или переживается он, может быть, негативно, но тем не менее, то есть это какая-то проблемная ситуация, кризисная ситуация, в которой ты должен из своей зоны комфорта выйти и пойти в лес, угу. да, должен пойти и узнать себя, и столкнуться с рядом каких-то событий, да, встретиться с Бабой-Ягой, в то же время тебе даются дары, да, волшебные угу. какие-то клубочки, ну, то есть это все символы, понимаете? Вы имеете в виду то, что карты как раз, когда карты раскладываешь, это можно понять, да, какая же жизненная ситуация, да, находишься ты в какой точке, и что же тебя ожидает, правильно? Да, да, у нас есть такие методики, которые нам позволяют вот посмотреть, сориентировать так человека, да, методики отработаны, они очень эффективны, очень много у нас людей, которые потом в последующем звонят и говорят, вы знаете, я вообще узнал о себе очень много, переосмыслил угу. свои кризисные сложные события в жизни совершенно иначе, я теперь знаю, какие у меня сильные стороны, какие слабые стороны, да, и я определился со своей, понимаете, что самое главное здесь? Определиться со своей социальной и профессиональной личностной идентичностью. Что это такое, проще говоря? Это ответ на вопрос «Кто я?». Угу. Это же самый главный вопрос нашей жизни, да, «Кто я?». Если я понимаю, кто я, какие у меня дары и таланты, как их применить, куда мне идти, да, я осознаю свой путь, тогда я понимаю, кто со мной рядом пойдет. Кто мне нужен, да. что мне нужно и так далее. Да. То есть я правильно понимаю, что карты Таро это или Таро, как правильно называть? Вы знаете, кто как кто называет? Как называет? Да, угу. нет такого вот единого общепринятого мнения, что мы говорим Таро или угу. Таро. Угу. Вот, очень много мифов, легенд, связанных вообще с появлением Таро. Да? Это, кто-то говорит, что это из послания из египетской цивилизации, да? Когда на заре египетской цивилизации были там люди, да, которые посвящали других своих учеников, угу. да, в определенные знания. И вот эти... И с помощью этих как раз да, карт. Да, 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 с помощью этих арканов. Ну, угу. я так понимаю, что это не просто гадание, как многие думают, как многие ошибочно, наверное, думают. Угу. А это все-таки расклад твоей жизненной какой-то судьбы, да, это не гадание, это твоя жизненная позиция, правильно? Вы знаете, здесь все зависит от специалиста. Угу. То есть, если специалист использует карты в качестве аналитического инструмента, да, то это одна интерпретация. Если специалист использует карты в качестве гадания, да, ну, такой профанный уровень использования карт, угу. да, не сакральный, а профанный, то это тоже имеет место быть. Вот собрались с подружками, да, сели, погадали. Есть там специальные гадательные дни, когда мы можем себе это позволить. Ну, почему нет? Угу. Почему нет, да? Но просто мы как бы уже на профессиональном, вышли на профессиональный уровень, да, как, я академический человек, кандидат наук, да, мне как... Я тоже могу с подругами погадать, но если я нахожусь в агентстве на своем рабочем месте, да, то я, естественно, использую эти карты, да, как аналитический инструмент. И есть определенные, еще раз, я, наверное, повторяюсь уже, да, есть определенные методики, отработанные, которые эффективны, которые позволяют человеку отвечать на очень многие сложные вопросы, которые, как у меня, знаете, была одна клиентка, да, сейчас она моя подруга, которая говорит, знаешь, я на вот этом сеансе, на твоем, да, получила ответы на те вопросы, которые я не могла получить несколько лет. У меня здесь, это я цитирую, все схлопнулось. Угу. Да, и я, говорит, все, я все поняла, у меня все схлопнулось. Открыла глаза на саму себя. Да, я все да. знаю теперь, все. И вы знаете, вот когда ты видишь счастливые глаза, и ты видишь, что в них появился путь, да, в угу. них появилась осмысленность, что мне теперь, да, шаг за шагом, какие отношения к себе меняются, понимаете? Люди начинают себя любить. Любить. Они начинают себе прощать какие-то вещи, да, каким-то своим поступкам относиться иначе,
Почему? Потому что понимают, почему они это делают. И в дальнейшем они уже это корректируют. Вот, вот в чем эффективность, в чем плюс этой методики. Угу. Хорошо. Юля, ну с вашей деятельностью немножко познакомились. Хочу теперь к Ольге обратиться. Ольга, семейный консультант. Чем занимаетесь вы? Ну вот в продолжении, так сказать, да, Юлиной темы, мы просто, получается так, что подсвечиваем друг друга. Она раскладывает свои карточки интересные, а я путем анализа, чисто психологического, с учетом всех своих знаний, начинаю объяснять человеку, как он должен применять вот эти все знания, полученные от таролога, в свою жизнь. Потому что, к сожалению, институт управления семьей у нас еще не совсем развит. Потому что все мы живем по опыту своих родителей, а опыт родителей иногда смотрим и говорим, нет, мы там жить не хотим. А нового опыта где взять? Смотрим на подруг, на друзей, у них опять что-то не складывается. И вот таким путем проб, ошибок человек идет всю свою жизнь, доходит до глубокой старости, разочарованный. Когда приходит к нам в агентство, мы видим, на каком участке пути этот человек находится, и пытаемся его вывести на тот путь, который он должен проходить от рождения до своей глубокой старости, в любви, в согласии. И таким образом мы находим те инструменты, именно добиться до его сознания, чтобы он понял, как ему жить. Ты именно Юля сказала, кто он такой, чем он должен заниматься. Нас этому не учат. Нигде, никогда. В школе мы знаем математику, но не знаем, как подойти к мальчику, как подойти к девочке. Как построить вообще свое семейное счастье. И тот опыт, который мы нарабатываем уже столько лет, я тоже почти 20 лет этим занимаюсь. Счастливые люди живут. Есть они вокруг нас, да. Меняется судьба, меняется образ жизни, меняется знание, все меняется. Эти люди передают все свои знания своим детям. То есть идет цепочка счастья. Угу. Вот так мы и работаем. Хорошо, слушайте, но у нас есть небольшой опрос. В чем секрет семейного счастья? Такой вопрос задавали мы жителям нашего города. Они очень много нам интересного ответили. Но прежде, дорогие телезрители, хочу напомнить, что мы разыгрываем билеты в кино. Вопрос несложный. Из какого фильма этот кадр? 202-11-22. Ответите верно, получите билеты в киномечту на двоих. Собственно говоря, прекрасный повод, чтобы отправиться с любимым человеком на такой интересный киносеанс, который выберете опять же вы. А сейчас смотрим опрос, в чем же секрет семейного счастья. В любви. В уважении. В любви. Я даже не знаю, как. Но уважать друг друга надо обязательно. Самое главное. Первый все-таки любовь, иначе долго не проживешь. Просто терпения не хватит. Что еще? Какое-то общее дело, чтобы было, чтобы не скучно было. И, наверное, чтобы было много вокруг родственников, друзей, чтобы жизнь была веселая, веселая, радостная, чтобы побольше искать этой радости в жизни. Ну и дарить ее ближним. Чтобы уважать друг друга, поддерживать в трудные минуты. Семейное счастье – это, во-первых, взаимопонимание, это очень важно. Также счастье – это дети, любовь и все, что окружает вокруг. Просто нужно ценить, мне кажется, друг друга и всех людей вокруг. У семейного счастья в достатке, в любви. Любимый человек, точнее, надо принимать его недостатки и плюсы. То есть не видеть в нем только или плохое, или что-то хорошее. И, допустим, если начинаешь встречаться, ты понимаешь, что у этого человека какие-то недостатки могут проявиться потом, а не сразу. И когда они будут проявляться, надо их принимать и как-то с этим справляться, а не сразу расставаться. Вот это гармония. И так должны быть оба, соответственно, вся пара. Есть семья, есть дети, которые потом уже родители радуются, потом когда растут, и потом уже дети вырастают, рады своих родителей, что они у них есть. В доверии, в дружбе, в любви.
что ж, сегодня говорим, как же найти свою любовь, как же встретить свою вторую половинку. И один из вариантов, чтобы отыскать свою любовь, конечно же, обратиться в брачное агентство. Вот беседуем с девушками на тему, чем же занимаются в брачном агентстве, что же интересного, как сходятся пары. Но прежде, есть у меня еще и второй розыгрыш призов, коли уж у нас такое предпраздничное настроение, давайте будем радовать сразу вас двумя розыгрышами. Итак, разыгрываем мы билеты на спектакль «Кроткая», который состоится 11 мая в театре «Самарская площадь». Ну и, собственно говоря, вопрос мы звучит так. В каком же году Достоевский написал пьесу «Кроткая»? 202-11-22, отвечайте. Думаю, что с этим вопросом вы справитесь. Ну, как говорится, какие-то интересные материалы, интернет вам в помощь. Давайте с вами поговорим, знаете, о чем. К вам приходят люди. Я так понимаю, что действительно клиентская база за 9 лет огроменная. Прошло много людей, много сердец соединилось. Но что необходимо предоставить? Какую информацию необходимо предоставить человеку, чтобы найти свою любовь? И как дальше вы с этой информацией работаете? Ну, наверное, я, да? Отвечу, давайте. На этот вопрос девушки добавят, если что-то будет сказать тоже. Ну, во-первых, наша цель в агентстве какая? Расширить возможности одиноких людей найти свою вторую половинку. Я понимаю, что многие ходят по улице, кого-то друзья знакомят, кто-то в интернете сидит часами, ночами, там, не знаю как. Но в целом, приходя к нам, они расширяют вот эти границы, возможности поиска, потому что мы занимаемся этим профессионально. Человек приходит к нам, мы беседуем, это самое основное. Необходимо при приходе в агентство предъявить паспорт. Это как свидетельство, гарант надежности того, что человек не окажется женатым, не окажется мошенником. Затем заполняем анкету с человеком. Угу. Мужчины, женщины заполняют одинаковые сведения о себе, краткие. Если указывают, что машина, то не надо, конечно, указывать, какая, да, какого года, квартира, там шикарный коттедж, или, да, угу. Или сколькокомнатная. Просто наличие собственного жилья, вот это вот. И, конечно же, мы беседуем с человеком на то, чтобы понять, чего же он все-таки хочет. Готов ли он меняться? И что-то изменить в своей собственной жизни. Если человек готов послушать советы специалистов, внести какие-то изменения в свою жизнь, если есть необходимость посетить консультацию или коуча, семейного консультанта, то тогда уже жизнь будет меняться. Будет меняться и улучшаться, и подберется человек, который нужен. Потому что в первую очередь девушка пришла, говорит, я хочу замуж. Я вот такая вся из себя хорошая. У меня 2 или 3 высших образования. У меня есть машина, я привыкла ездить за границу, есть собственное жилье. Мужчина должен быть вот такой, 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 такой. Но она никогда не скажет, а что ты можешь предложить мужчине сама? Она не говорит что, и не понимает, искренне не понимает, что я могу, хочу стать хорошей женой, я хочу стать мамой, я хочу стать любящей, заботливой женщиной для своего мужчины. И вот этому мы забывают, учим. Что любовь в первую очередь, что это когда ты получаешь, когда ты даешь. Да. У нас есть звонок, давайте примем его, а после продолжим нашу беседу. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Я так понимаю, вы к нам, собственно говоря, за билетами, только необходимо разобраться, куда? В кино хотите, либо на спектакль? Дело в том, что, насколько я правильно поняла, спектакль 11 мая. Да, 11 мая спектакль у нас «Самарская площадь», спектакль «Кроткая». А билеты в кино на какие даты? Смотрите, как выбирают у нас телезрители. Билеты в кино неограниченные даты. Приходите в киномечту, попадаете на любой понравившийся вам сеанс. Очень бы хотелось театр, но выбираю кино. Давайте кино. Смотрим фото-вопрос. Из какого же фильма этот кадр? Давайте я вам подскажу. Ну, романтическая такая драма, там связано вот с дневником что-то. Не помните? Дневником. Есть такая книга, роман, и по этому роману, собственно говоря, снят фильм в 2004 году. Ой,
Не могу сказать. Не можете сказать. Ну что ж, не можем вам отдать просто так наши билеты. Быть может, есть какие-то пожелания, поздравления с наступающими праздниками? Не зря же вы позвонили. Конечно, хочется поздравить всех жителей нашего города с наступающими праздниками. Хочется пожелать весны, хорошего настроения, позитивных эмоций. Всего самого наилучшего. Что ж, спасибо вам большое. Ну, а я вам, конечно же, желаю любви. Ну, Коля, у меня же такой сегодня эфир, поэтому любви теплой, нежной и которая способна творить чудеса. Я думаю, такая у вас обязательно есть, но если нет, то скоро найдется. Хорошо, а мы продолжаем. Вот подсказала я, ну, думайте, что же за фильм изображен у нас на картинке с дневником что-то связано. Есть такой роман, написан этот роман в 96-м году, а снят фильм в 2004-м. Вот такие подсказки. Ну, думаю, можно догадаться. Вы догадались, кстати? Не говорим, если что, вдруг. Нет? Догадались. А? Догадались. Догадались, хорошо. Юля меня понимает. Хороший фильм. Мне нравится, по крайней мере. Интересный. Да. Хороший. Да, что ж, давайте продолжаем. Вот, собственно говоря, приходит человек с какими-то пожеланиями, но, опять же, его надо вразумить, то, что не только его приоритеты будут учитываться, но, опять же, что же ты сможешь дать своей второй половинке, и тогда уже какая-то беседа проходит, правильно? Вы знаете, вот нарративные практики очень хорошо, наглядно показывают, как жизненная история, как жизненный сценарий складывается от запроса человека. То есть если приходит, как вот Ирина правильно сказала, абсолютно, это мы с этим сплошь и рядом сталкиваемся, да, когда человек приходит и говорит: «Хочу замуж, хочу детей». Угу. Прекрасно. Прекрасно. Но если сделать рефрейминг, да, чтобы это было эффективно, чтобы это работало, да, то будет: «Хочу стать мамой, хочу стать женой». И будет совершенно две разные ситуации. Совершенно два разных жизненных сценария. То же самое касается мужчин. Да? Хочу, кстати, сейчас, можно сказать, да, сейчас у мужчин очень сильно изменился запрос. Что же, да. Что же хотят, что же просят современные, да, мужчины? Мужчины, вы знаете, у них не то, чтобы они что-то хотят особенного и просят. Но у них появился такой запрос, да, вот какой-то новый статус, да. Я хочу социально успешную женщину. Социально успешную не в том плане, что вот она там с деньгами, скажем, да, я прошу прощения, да, там какая-то финансовая, очень сильно обеспеченная, хотя такие мужчины есть, вы о них знаете, да. Вот 12% в нашем обществе составляют альфонсы, вот по статистике. Аккуратнее. Вот. Обращайтесь к профессионалу, чтобы избежать таких. Вот. И вот я хочу сказать, что такое для них, да, вот когда я общаюсь с мужчинами, клиентами, да, и задаю вопрос: а что такое для... Для вас социальный статус. Да, для вас успешная, социально успешная женщина. Кто это? Кто она? Угу. Это женщина, с которой... Помните, да, они говорят: а мне с ней поговорить не о чем. Это женщина, с которой есть о чем поговорить. Представляете? То есть это вот в совокупности получается вот такая женщина. То есть они ее по-разному называют, какая она, там, муза, вдохновительница, еще какая-то, да. Но смысл тот, что мне есть о чем с ней поговорить. Смотрите, как интересно, давайте вот попробуем проанализировать это, да. То есть это социальный партнер. Правда? По жизни, это же. Да, это же социальный партнер по жизни. То есть, смотрите, мы от взаимозависимых отношений, когда он что-то, ты что-то, и в таком случае что-то получается, да, приходим к партнерским отношениям. Вот так, через вот такие кризисы мы приходим к партнерским все-таки. Я твое плечо, а ты мое плечо. Угу. И мы с тобой на равных взаимодействуем. Да? Вот и такая тенденция сейчас есть. И поэтому необходимо разглядеть на самом деле, потому что действительно открыть глаза, наверное, тем людям, которые хотят найти свою любовь, которые хотят выйти замуж, жениться, чтобы не это стояло в приоритете, а чтобы было именно плечо. Найти человека. Угу. И вы знаете, к сожалению, вот бывает иногда так, что человек указал, что я хочу найти человека достойного, хорошего. А мы всегда просим обратную связь от своих клиентов. Как прошло свидание, как вел себя человек, корректно, некорректно. Бывают
очень мало, но были случаи, когда нам приходилось расторгать договор, потому что человек себя повел некорректно, где-то обидел женщину, или женщина, бывало такое тоже, начинает встречу неуважительно с мужчиной. Если ты такой весь из себя хороший, ты что в агентство приперся? Угу. Понимаете? И, естественно, мужчина сразу начинает, человек начинает закрываться. Давайте с вами... И может иногда даже нагрубить, к сожалению. О мифах как раз и стереотипах, угу. Да, поговорим чуть попозже. Ну, а прежде примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Я так понимаю, вы к нам опять же тоже за билетами. Билеты у нас есть в кино, есть билеты в театр, куда хотим. В театр. Ну, давайте тогда будем с вами гадать, в каком же году Федор Михайлович Достоевский написал пьесу «Кроткая». Я думаю, в 1876 году. Слушайте, ну вы думаете абсолютно верно. Да, задумана она в 1869, написана очень быстро, за 3 недели. Ну и как раз год написания 1876 год. Я вас поздравляю, билеты на спектакль «Кроткая», который состоится 11 мая, как раз в выходной день. Я думаю, ничем не будете заняты. Берите с собой любимого родного человека и отправляйтесь в театр. Есть любимый родной человек? Конечно, есть. Есть, привет мы передаем. Хорошо. Передаем привет, вам спасибо, конечно, ну и опять же желаем любви. Ну, Коль уж, опять же, у нас такая сегодня беседа. Немножко заговорили мы о мифах, да, то, что если ты такой весь хороший, почему же ты пришел в брачное агентство? Есть такой миф, то, что в брачное агентство обращаются одни, ну, неудачники, подберу такое слово, да? Правда ли это? Ну, нет, конечно. Вот вы оцениваете свой континент. Вы знаете, сейчас время такое очень быстро прогрессирующее, большой ритм жизни. Да. Люди стали трудоголиками. Со многими людьми сталкиваешься, они в отпусках не были по несколько лет. И, естественно, они все в работе, все в делах. И те, кто адекватные, и те, кто считают правильно. Спланировать свою жизнь, они обращаются к профессионалам. Угу. Как зубы мы идем лечить? К стоматологам. Да, не на дому же мы их где-то вырываем, что-то лечим. Труба прорвалась, идем к сантехникам. Так и здесь. Почему не обратиться? Это один из шансов, одна из возможностей. Это моя позиция по жизни. Я считаю, то, что профессионалам надо доверять свое дело, потому что каждый должен заниматься своим делом. Такой миф есть. То, что все-таки в брачное агентство обращаются уже люди престарелого возраста. Что молодым там делать нечего. Вот за 60 и так далее. Есть такое? Или все равно есть еще 30-40 лет? Многие молодые, и 25, и 29, 30 лет приходят и находят свое счастье. Потому что девочки приходят все домашние. Они после школы, и мальчики такие же. Были случаи, приводили, звонят сначала мамы, бабушки, тетушки, папы. Вот узнают все условия. А можно как-то познакомить, чтобы вот они не знали. Но, к сожалению, это невозможно, это нереально. Мы говорим, вы сначала побеседуйте со своим ребенком, поговорите, объясните вот наши возможности. Или придите все вместе, мы поговорим, захотите, останетесь. Нет, мы же вас насильно здесь не оставляем. И все, и когда приходят вместе, уже потом со всех сторон здесь мама привела, там мама привела. Мама между собой находит общий язык. И вы знаете, и уже большая дружная семья. И уже уходит, замечательно складываются отношения между детьми. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, какой у нас молодой, замечательный человек. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя любовь в жизни? Нет. Нет никого? Ну а мам, папу любишь? Как зовут тебя? Данила, очень приятно. Ну, мам, папу любишь, вот твоя любовь, я думаю. Хорошо, сможешь ли ты отгадать вот такой вот замечательный кинокадр? Из какого же фильма этот кадр? Дневник памяти. Вот такой вот у нас Данила романтик. Я тебя поздравляю. Билеты в кино достаются тебе. Я думаю, с мамой, с папой, с кем-нибудь пойдешь, потому что билеты на двоих. Ну и хоть ты и юный, я думаю, возлюбленная скоро найдется обязательно. Хорошо? Данил, договорились? Ну, ушел у нас уже Данила, да, уже ушел, радостный с билетами. Хорошо, то есть мы выяснили, что действительно даже молодого возраста, если мамы и папы доверяют уже брачному агентству, а, как известно, мама плохого не посоветует. Хорошо. Вы знаете, иногда бывают очень настойчивые мамы. Пришли, заключили договор вместе с дочерью, а потом начинается...
через день, через два звонки от мамы. Вы про нас не забыли, вы про нас не забыли. Ну как мы про вас забудем? Мы помним всех клиентов, которые у нас даже в начале нашей работы приходили. А сейчас из последних, тем более, мы делаем все возможное для того, любовь, чтобы дело помочь. Любовь – дело тонкое, поэтому необходимо к этому тем более вы подходить. Сами заявили, что нет времени встречаться с кем попало, нет времени тратить впустую его на ненужные встречи. Поэтому у нас вот есть консультант Ольга, она помогает людям. Как-то проанализирует анкеты. Анализирует анкеты, да. Смотрите, анализируем, смотрим, разговариваем персонально с каждым человеком по 2-3 часа. То есть для того, чтобы понять, что человеку надо. Угу. Чтобы понять, чтобы человек сам понял, что ему надо. И только после этого, уже зная всех своих клиентов, мы уже смотрим. Советуем вот с этим познакомить. Даже сейчас хотим попрактиковать такой момент, чтобы при нас эти люди общались. Потому что в первую встречу это самая главная встреча, чтобы было произведено впечатление человека на человека. Самое правильное. Самое и правильное. Я думаю, мы успеем последний стереотип разрушить или, наоборот, подтвердить. Есть такое, то, что контракт с агентством – это уже 100% гарантия того, что ты поженишься, либо выйдешь замуж. Да? Верно ли это? Либо зависит от человека дальше уже? Вы знаете, чаще всего люди действительно приходят в агентство, как в магазин, как на рынок, и считают, что вот им должны тут же сейчас отвесить килограмм мужчин или женщин. И из этого килограмма они обязательно выберут себе половину. То есть они чаще всего складывают ответственность себя, перекладывают на нас. Угу. Мы, к сожалению, за своих клиентов не сможем сделать ничего. Для этого мы просто можем подсказать, научить, как правильно себя познакомить, вести. Опять же. Помочь познакомиться. Убеждаем быть смелыми, убеждаем быть разборчивыми, но не капризными. Угу. Какое замечательное слово. Слушайте, разборчивые, потому что капризные. Человек, который начинает капризничать, ему все не то. Угу. Все не то. А когда мы начинаем, ну посмотрите, вот это такое, положительные черты характера, положительные качества. Человек начинает на самом деле по-другому смотреть. У нас сложилась пара, мы их по фотографиям показали друг другу, они сказали нет. Но когда они встретились, они сказали да, мы пошли подавать ЗАГС. Слушайте, это замечательно. Я желаю вам, чтобы таких финальных историй с хорошим, красивым, счастливым замужним финалом было больше. Спасибо, что творите свое дело. Спасибо, что были сегодня у нас в студии. Ну, а вся информация была у вас перед глазами, собственно говоря. Самара, улица Дострова, подъезда, дом 183, телефон 248-18-83. Девушки обязательно научат, подскажут, как же встретить свою любовь. Любовь – дело действительно тонкое. Кому же доверить на ход своего главного героя жизни, ну, решайте каждый для себя сам. Всего вам доброго, пока-пока.